Хорошо, в общем, все закончилось тем, что она сняла этот текст. Вот, и я говорю, ну давай попробуем вот эту песенку сыграть. И она запела. Ну, вот. Мне тоже не понравилось. Ну, знаете, у меня очень такое
какое-то сразу идеализированное восприятие. Вот. Не понравилось, потому что она начала вплетать туда манеру Джонни Джоплин, что вообще делать абсолютно не нужно. Потому что это очень тихая, спокойная песня. Но мне показалось, что 2-3 нотки прозвучали очень красиво. Вот это была та искорка, после которого я сказал, да, ну давай вот пробовать. Вот. Если ты сможешь вот эту манеру как бы не скопировать, а просто перенять, тогда мы будем делать. И вот она очень старалась, я помню. Мы с ней очень долго занимались, я ставил какие-то композиции, песни народные, она их снимала. Вот, и тут же выдавала. И постепенно она пришла вот к тому голосу, который вот записан на нашем альбоме, который называется «Добро пожаловать в утро». Там она спела 6 песен. И вот, собственно, это было в 98-м году, мы записали альбом. В общем, конечно, на протяжении всего нашего сотрудничества мы лет 9 играли вместе, потом я уехал, жил в Венгрии. То есть я постоянно перманентно жил в Венгрии, то в Венгрии, то приезжал в Молдавию несколько месяцев. Мы что-то делали, что-то записывали. Мне очень много учебников с реализациями, которые никто никогда, может быть, и не услышит. Вот, но это вообще, конечно, очень иногда интересные, любопытные песни, вот, которые на кассетах, знаете, вот, записанный на диктофон. Вот. Ну, в общем, вот такая вот история, которая, конечно, мы сразу вылетели с Сашей в Толстино, в этот городок, в Питере. Самое удивительное, что я ей говорил, Лина, давай поехали вместе. Когда мы играли концерт в Великом Новгороде, он сказал мне, ну что я буду делать в Москве два дня? Я лучше поехать в Питер. И она поехала в Питер. А потом она познала, все было очень рассеянно. То есть, в смысле, она очень рассеянная девочка. И всегда была вот такой. И она познала на поезд. И дальше случилось, что случилось. Итак, я буду играть. Что я буду играть пока? То есть я не знаю, у меня не оформился порядок. Ну что-то вот я попытаюсь сыграть музыку как молитву. Или молитву как музыку.